Зона аномалий. Игра воображения или необычный факт? Посмотрим. На нашей планете происходит очень много необъяснимых явлений, которые современная наука объяснить не может. Непонятные исчезновения, необъяснимые аварии, дома, где постоянно люди кончают жизнь самоубийством, странные миражи, существа и нарушения законов физики. Примером таких необычных мест является Гавайская аномалия. Очень малоизвестная аномальная зона, поскольку раньше казалось, что это не опасный и загадочный участок Тихого океана, пока не стало ясно, что в этой части орудуют волны-убийцы. Казалось бы, волна может быть сильной и даже потопить. Но что же тут особенного? Но есть одна странность. Эти волны абсолютно незакономерны. Они идут так, как им захочется, даже против течения и порывов ветра, что необычно и невозможно даже для самых сильных цунами. Их высота достигает до 40 метров. По данным ученых, высота волн не может достигать высоту более 21 метра. И поэтому эти волны явно неприродные. Во всем мире есть немало странных и ужасных явлений, вместилищем которых являются аномальные зоны. Может быть, когда-нибудь ученые и смогут объяснить все эти странные факты. Но пока что они вселяют страх и ужас в людей. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам было интересным. Но не забываем ставить лайки, подписываемся на наш канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Всем пока!